Кабачки в магазинах подешевели прямо удивительно за несколько дней. Вот только, наверное, несколько дней назад кабачок стоил 300 рублей за килограмм, теперь уже 180. Ну, я все-таки всегда покупаю кабачок и вот отвариваю в мясном бульоне кабачок, морковку, лук, чеснок. Вот это вот зелень, которая у меня еще есть. Есть вот два вот таких мясных колобка. Можно еще добавить туда маслины, сыр. Но думаю, что-нибудь прекрасное должно получиться. Ну что же, будем ждать и радоваться.